Зима разбушевалась во Франции. Сразу 13 автомобилей столкнулись из-за гололеда и тумана. 5 человек пострадали, 3 из них в тяжелом состоянии. Авария произошла неподалеку от города Бегль. Изначально столкнулись 3 машины. Когда один из водителей вышел на автостраду, его сбил проезжающий мимо автомобиль. После этого последовали новые столкновения. А во французских Альпах предупреждают о риске лавин. Спасатели обнаружили тела 3 альпинистов, погибших под снеговым завалом. Их искали более суток. Туристов сейчас призывают отказаться от походов в горы. А накануне из-за непогоды во всей Франции объявили 2-й оранжевый уровень опасности. На дороге все машины стоят, много снега, все заблокировано. Уже, конечно, все не так плохо, как было, когда мы только вышли на улицы. Я не жалуюсь. Погода всегда застает врасплох. На выходных местным жителям лучше оставаться дома и провести время с семьей и детьми.